Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Stick War Legacy. У нас доступно две миссии, 197 и 198. Так, по вашим просьбам я потряс елочку рождественскую, которую вы мне говорили. И я получил... Где мне можно посмотреть эти сундуки? Я получил 5 сундуков, по-моему, если не ошибаюсь. Вот вопрос в том, где мне их... Вот, вот они. Сундуки, давай открывать. Такое себе. Слушай-ка, а это уже... Это новенькое, да, у нас такого не было. Или подожди, или было? Ледяной маг. По-моему, было, да? Ну дайте что-нибудь путевое-то. Что вы даете-то какое-то, я не знаю. Последний сундук. Да, друзья. Честно говоря, я рассчитывал на что-то более достойное. Ну, что есть, то есть. Ну что, поехали. Чего у нас там? Вампиры? Какие еще, блин, вампиры у нас тут будут, а? Против вампиров должны хорошо действовать лучники, наверное. И, наверное, копейщики. Или мечников возьмем. Нет, все-таки копейщиков. Посмотрим. Если что-то не так, мы сможем переиграть. Так, пережить атаку на закате. Пережить атаку на... Чего? Получается, я зря взял с собой лучников, друзья. О, что же тогда нам делать? У него копейщики, конечно, мощные, тут ничего не скажешь. Так, а что мы можем, если что, использовать? Я, наверное, кирку пускай пока добывает тут по-быренькому. Ума не приложу, короче, что тут надо будет сделать? Одна минута осталась. У меня еще даже никого нету. Ну, два копейщика, это, конечно, смешно будет. Три копейщика. Но ты не забывай, что у него маги здесь, это лекари. А если мы с тобой возьмем и сделаем град стрел? Как вариант. Слушай, давай попробуем. И зомби, если что, вызовем, да? Сейчас побегут через 33 секунды. Эти ребята на меня рванут. Угу. Три копейщика плюс хилы. Да, я, наверное, сделаю атаку стрел. Посмотрим, может быть, этих... Они, наверное, друг друга будут захилить. В общем, надо смотреть все это. Блин, у меня еще копеечки не прокачаны, ни шиша. Сейчас ломанутся на меня. Вот они побежали. Ну и мы побежим. Что-то... Ну ничего себе тут. Зомби вперед! Я уже был подумал, что мы кого-то тут завалили одного, но нет. Да, что-то как-то...
Одного завалили, друзья. Мы одного завалили, копеечка. Этого там с двух сторон с жучим, смотри. Да, захилюют они, конечно, тут очень быстро. Но у нас тоже, слава богу, есть маг, который нам помогает. Да, вот так вот. Дерись ты с такими, да? Которых просто не пробить. Просто хилы их. Все, мы пробили, ребят. А в ближнем бою, я смотрю, эти лекари вообще ни о чем. Просто ни о чем. Но я не могу сказать, что это легкий уровень. Очень много ресурсов мне пришлось потратить, к сожалению. Ну что, поехали теперь посмотрим, что у нас на 198-й миссии происходит. 6 очков действий. Ну, возьмем, наверное, сюда, поставим. И сюда. Что за задача-то хотя бы? Уничтожить статую. Уничтожить статую, значит, да? Опа, лучники подтянулись у него, я смотрю, там. О, они уже ломанулись, ё-моё. Давай-ка градстрел применим. Что хоть получается-то у нас? Ну, по идее, мои копеечки должны быть лучше. Должны быть, по идее, лучше. Но мы их проминаем. Отлично. Что, сразу побежали? Да, правильно, в спину ему. Сосунки чертовы, а. Только умеет что? Сбегать с поля боя. Ладно. Смотри, какая у меня некислая армия. Все свои ресурсы потратил, а? Ну что, попробуем еще разочек. Издалека их помурыжить. Блин, видишь, если бы я вот с этой вот армией бы справился бы, которая у него в данный момент там стоит, нам бы дальше было бы проще. Они же должны выбежать? Должны. Давай. Выбегайте. Как раз под обстрел. Короче, я буду нападать. Попробуем. Сейчас посмотрим заодно, кто здесь появится, кто выйдет. Вышел тут, друзья, великан. Давай, ребятулечки. Поднапряглись. Что-то подсказывает, что победа здесь у нас уже в кармане. Да? Вот и все. Победа? Знаешь, что я хочу попробовать? 198-ю миссию пройти на харде. Пройти на харде. Ну, нам придется, наверное, сделать вот так. Посмотрим. Даст ли это мне какое-нибудь преимущество? Даст ли мне это какое-нибудь преимущество? Все, они уже нападают?
В атаку. Ага. Пока отгребают, ребята, не по полной программе. Конечно, вот эти вот сзади, блин, лукари меня вымораживают. Мы блок поставили, поэтому, видишь, блок срабатывает очень часто, кстати. Но что-то вот тут мы, конечно, не пробиваем. Пробиваем. А что это, что там за партизан еще бежит? Так, только не говорите, что мы сейчас сфейлимся. Я этого не потерплю. По-моему, нас проминают, друзья. Как ты? Хотя нет. Нет. Все нормально. Здесь мы пробили. Все у нас было замечательно. Сейчас добьем где-то до половины и отступим. Так, отступаем. Эх. Отступили. Естественно, надо нам восполнять ряды наших капитонов. Так, а у него, я смотрю, копейщиков-то не осталось. У него там три мечника и вот лучников дофига. Но они травники. Травники, но это я имею в виду тип брони травяной. Можно, конечно, их здесь как-то вот попробовать помурыжить малька. Так, еще, блин, все-таки вылезли. Давай. Как раз сейчас на подледную вылезли. Вот этого, наверное, убьют, да, убили. Убили у меня все-таки одного капитона. Так, ну капитоны капитонами, друзья. Но нам и лучники нужны, тоже не забываем. Чем больше лучников, тем быстрее они будут разносить врага. Ну что, еще два юнита, и можно, в принципе, бежать в атаку. Так, последний. 290. Поехали. Ты посмотри, он уже успел тут, блин, армию наклепать, а? Паршивец. Сейчас мы ему устроим тут. А, они тут наполовину покоцаны. Тьфу. Давай свое подкрепление. Где там эти недобитки? Блин, ну этот варвар. Мы что делаем-то? Не могу понять. Бьем в статую или... Не пойму нифига. Я вообще-то рассчитывал, что мы будем статую пинать. А мы почему-то бомбим в этого великана. Дурила. Получил свое. Ну а дальше дело за малым. Капитоны мои их... Ах, на копья. Есть. Все-таки прошел. Ну что, друзья, вот мы и прошли с вами две эти миссии. Одну даже немножко посложнее в режиме. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.